Дорогие братья и сестры, на Радоницу надо пойти помянуть своих родных, но как? С радостью. Принести им пасхальную радость, что мы, воскресение Христово видевши, принесли вам эту весть, тем, которые лежат до времени, до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, пока под холмиком земли. Мы вам, наши дорогие, родные, близкие, здесь упокоившиеся, принесли эту радость. Христос воскресе! Громко, надо сказать, на могилке. 37 главу пророка Иезекииля. Возьмите вот с собой Библию и просто 37 главу. Как будет воскресенье? Им прочитайте. Ведь души их во благих, и память их в рот и рот, у Бога нет мертвых. Прочитайте 37 главу. Как раз там и сказано, как кости обтянутся жилами, потом они поднимутся, как дух в них возвратится, и они встанут. Слушайте, ну мы все знаем уже, даже поэтому приходим не просто на такой, значит, конец, вот это последний путь. Это только начало. Это зерна, которые потом поднимутся. Вы знаете, если нет, напомню, почему христианам устанавливают крест не в голову, не с правой, не с левой стороны, а в ноги. Вот почему ставят крест в ноги? Это что, не почтение кресту? Почему в ноги? Потому что когда придет Христос, и все услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут, то все поднимутся и поклонятся древу своего спасения. Тот, который ты носил на груди и веровал в распятого на нем, и победившего на нем, своею смертью, смерть и твою, и твоих родных, и близких, Христос крестом победил. И поэтому мы с этой радостью едем на кладбище. Не рыдать, не плакать там, не водку пить тем более. Запомните, поминать водкой – это слезы Божьей Матери. Каждая капля твоего стакана – это слезы Божьей Матери. У нас один человек пришел: батюшка, мне мама является ночью. Уже который день, или что случилось? Да мы же похоронили, все как положено. Как положено? Нормально, людей всех накормили, ящик водки всем все дали. О, и что? И вот мама стоит, я проснулся, она стоит у моей постели, прямо вот рядом. Мне страшно, что мне делать? Вот люди приходят, вот такие рассказы рассказывают, свою жизнь, такой реальной жизни. А что ж ты сделал? Ты же помянул чем? Поминать, внимание, поминать – это раздавать, а не пить. Тем более на кладбище, это осквернение могил. Сидят, льют вот, ну давай, по одной, а давай. А Митрофаныч, який песни любил, давай его песенку затянем. Он такую песню любил. И во что это превращается, поминовение? Никогда не носите спиртное на кладбище и другим заповедайте. Это грех. Не приносите даже на кладбище спиртное. Мы что, туда пьянствовать ходим? Туда Христа воскресшего прославьте, придите.